годом! С Новым годом! Моя дочь, мой внучок, да. Наш столик. Резать будем. Все. Но это еще после. Когда куранты пробьют. Все есть. На столе все есть. Картошка есть, мясо есть, салаты есть. А это мое произведение. Похвалиться я могу. Это Наташина произведение. О, а это мои баклажанчики домашнего производства. Я все рассказала. Сейчас проводим новый год. Да. Кто слово скажет? Я. Ну-ка, пусть то будет так. Кто не обижался на следующий, на тот год? Никто не умеет. Кто не обижался на тот год? Да. Тот должен говорить слово, правильно? Да. Значит, я молчу. Че, обижаешься? Да, конечно, че мне, он столько приколюх. Приколюх. Ты жив-здоров и все нормально. Ну, понятно. Так, между прочим, ну-ка, как же, да, мы еще в разрезе не показали. А у тебя вот это так есть? Только руками. Ну тогда уже ее режь, чтобы можешь зацепить. Вот я смонстрячила лесную поляну, грибную поляну. Первый раз. Кому? Да никому, наверное. Так в разрезе показать. Ну, потом возьмем. Сейчас так куда, ой, много. Владимир, вот так вот. Вот так в разрезе. Свободно есть. Вот так, все можешь положить. Это для истории. Все, а тут мы уже будем видеть, да? Кому надо, потом возьмем. Потом все остынет, картошечка остынет. Все, а я скажу слово. Всем привет! Я за столом сказала слово. За прошедший год, но не нажала на воспроизведение. Ну, сейчас уже вышла, начала просматривать, а меня нет. Ну, а как это так без меня? Это ж не годится. Такой вот Наташа нам колокольчики сделала при бомбахе. Прошел старый год, 21-й, все нормально. Все живы, здоровы. И на этом хорошо, спасибо. Не будем мы, как говорится, недовольство свое уж прям так. Год и год. Все нормально, все было хорошо. Внук пошел на работу. Единственное, конечно, дочь переболела вот этим гриппом, несчастным вирусом. Ну, слава богу, как говорится, не ИВЛ, не нормально. Вот. Ну, раз уже я, слава богу, пролетела в этом году, не болела мимо всех гриппов, мимо всех. Ну и спасибо за это. Нормально все, просто сейчас вот была, и вот только единственное, что мне несчастье, пальчик обожгла. Ничего страшного, это мелочи жизни. Вот, все нормально, все хорошо, правда, мне теперь невестка болеет гриппом и внучечка болеет гриппом. Поэтому мы к ним пока не ходоки. Сын в командировке, я уже говорила. Ну вот тут своим узким кругом сели, с Наташей сегодня готовили, и соляночку сделали, и уточку, и курочку поджарили. Ну, все как надо. Я показала. Ну, горячее не показывала, а вот салаты. Очень хороший этот салат, лесная поляна или грибная поляна, как ее назвать. Очень хорошая. Я не знаю, конечно, вкусы разные, я не могу сказать, что прям всем-всем понравится, но мне понравился. На что я салаты не особо люблю, вот эти вот все вот мешанину. Это нормально. Там курица, сыр, морковочка, огурчик немножечко маринованный. Все майонезом там пропитано. И картошка вареная с майонезом тоже. И самое дает такой вкус. Укропчик дает вкус хороший. И вот это огурчики кисленку дает. Ну, хороший. Я обычно не хвалю, если мне не нравится, молчу. А тут я не могу не сказать. Так что, кто хочет, может сделать, может, на другой праздник. Ну, вот посидели, отметили. Вот я только села на кресло. Хотела посмотреть, а у меня там нет. Я там говорила, и думала, она запишу уже здесь на кровати. На кровати. На кресле. На кровати еще рано. Будем отмечать бой курантов, встречать. Ну, не можем много выпить, но хоть шампанское пригубим.
Всем всего хорошего. Будьте счастливы, здоровы, чтобы у всех все случилось, что задумано. Главное не болеть, чтобы никто не болел. Вот это самое главное. Остальное все приложит. Человек не будет болеть, он всегда заработает себе денежку. Не будет болеть, всегда поможет детям. Или дети помогут своим родителям. Самое главное – здоровье. Да, вот Светочка сказала мне, будет поздравлять, у них-то день, а у нас-то будет ночь. Я-то ее не поздравлю, я буду спать утро, считай, 7 часов разницы. Вот. Может, она видео посмотрит. Света, поздравляю тебя с Новым годом, уже не то, что наступающим, уже все. Новый год пришел, все будет хорошо у тебя, я тебе заряд даю такой. Все будет у тебя и у Аллочки хорошо. У меня слово так просто не вылетает. Вот. Ну и у нас все, думаю, хорошо. Я считаю этот Новый год, ну не будем уже там. Каждый год что-нибудь да что-нибудь. Ну что ж теперь. Не будем уже обзываться на этот старый год. Вирус этот уже не первый год. Вирус уже какой? Второй? Уже третий год на 19-й, 20-й, уже 21-й. Уже всего четвертый год пойдет. Также 19-го года где-то с марта пошло. У нас ремонт, поэтому на кухонке так сели, быстренько поужинали и будем ждать курант. Будьте все счастливы, здоровы. Заходите ко мне в гости, я вас буду ждать. Так, приготовление полным ходом идет. Грудку порезала. 3 слоя сделала. Грибочки. Зеленый лук и укропчик. Потом морковь, потом сыр, потом морковка. И каждый раз слой майонезика. Формы нет, так мы в чашечке сделаем. Вот, это вот у нас грудка и маринуется лук. Вот вода остынет у маринованного. И с грудкой смешаем еще вот слой один. Так, Наташа чистит селедочку, которую я привезла, но неудобно, что я кусками. Плохо чистить. Ну, как-нибудь для себя сделаем. Овощи почистила Наташа. Вот, и занимается селедочкой. Так, Ефросиня, ты все доела? Давай, гуляй. Сейчас управляться надо. Так. Наташа селедку под шубой сделала. Чеснок чищу на фарш. Рыбу еще разделывать надо. Супчик с уточкой. Пока заняты были, выкипело хорошо. Уточка с супчиком. Супчик с уточкой, уточка с супчиком. Так, фарш свиной растаял. Сейчас надо чеснок сюда подавить. Чищу. Мясо тает. Еще много овощей осталось. Найдем куда. Тоже мясо. Солянку будем уж делать.